Активисты организации «Первоуральск. Город чемпионов» начали развитие тайского бокса в нашем городе. Первым шагом стала помощь спортивному клубу «Боец». Общественники подарили боксерам новое напольное покрытие в зал. Теперь выполнять приемы будет намного мягче. Ребята обратились очень давно в нашу организацию помочь развить направление тайского бокса в нашем городе, профинансировать их школу тайского бокса. И мы вот наконец-то пошли навстречу, искали возможности. Начали с того, что купили ковровое покрытие специальное для школы тайского бокса, на котором ребята смогут тренироваться. Специальное покрытие татами вместо старого деревянного настила – первый шаг в сотрудничестве. В будущем общественники обещают помочь спортсменам и с обновлением другого спортинвентаря. Взамен боксеры начнут тренировать детей с ограниченными физическими возможностями. Также площадка клуба позволит общественникам проводить тренинги и мастер-классы. Отмечу, что новое покрытие позволит спортивному клубу также привлечь к занятиям больше детей. Татами в зале тайского бокса, в первую очередь, это безопасность, потому что тайский бокс имеет броски, скрутки и контакт с полом. То есть мягкий пол, падать приятнее, чем на деревянном. И также дает возможность расширить арсенал боксеров.